Еще один поджигатель автомобилей появился в Нижнем Новгороде. Судя по камерам видеонаблюдения, поджигает он автомобили только для того, чтобы полюбоваться огнем. Он ходил и к милиции подходил, к полиции, да, и с пожарниками общался. Да, да, он все узнавал. Делал вид, что как бы, что переживает. С ними постоял, поговорил и благополучно ушел. Не скрываясь, ничего. Может быть, он действительно пироман, который кайфует от того, что он делает. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.